Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и добро пожаловать в новую серию троллинга в Мысруфт. Да, ребята, всем привет! Вы все прекрасно знаете, что нужно делать. Давайте сделаем так, если мы наберем 30 тысяч лайков прямо сейчас на этой серии троллинга, то я прям зуб вам даю то, что сразу же выйдет следующая серия троллинга. Главное просто поставить лайкусик. Согласен? Я абсолютно с тобой согласен, абсолютно. Согласен. Поэтому, Жека, я тебя в этой серии, опять же, попробую затроллить. Вот. Ага. Поэтому ты стой тут ага. на месте. А я сейчас покажу карту быстро, и мы вернемся, хорошо? Ну, хорошо, давай. Ожидай. Меня. Я подсмотрю все, и, короче, все. Не надо. В чем будет заключаться сегодняшняя серия троллинга? В том, то, что в скором времени в Украине будет такое мероприятие, как видеожара. Так, стопе, ребят, я знаю то, что меня уже много кто спрашивал, и, наверное, много кто еще спросит в будущем, но я сразу вам скажу то, что я не могу, к сожалению, поехать на видеожару. Почему? Потому что если я поеду в Украину, кто не знал, я как бы изначально, да, украинец, хоть я и жил в Португалии, сейчас живу в России, если я поеду в Украину, то меня сразу же заберут в армию. Я бы с таким огромным удовольствием вернулся бы на свою родину, что просто бы встретиться, я не знаю, с своей бабушкой, с дедушками, котом, который до сих пор живет в Украине, чтобы также посетить мероприятие видеожара и встретиться с вами, с теми подписчиками, кто живет сейчас в Украине. Но, к сожалению, я не могу этого позволить, потому что, ну, я в армию не планирую пока что идти, поэтому вот так вот. Жека поедет на видеожиру, и я просто ему в шуточку покажу, что же с ним, ну, вкратце произойдет в Украине. Ничего не подумайте, я люблю Украину, потому что, ну, как бы я сам украинец, давайте с этого начнем. Никаких обид. Все это просто чистая шутка. Как я уже сказал, не забудь поставить огромнейший лайкусик прямо сейчас на эту серию. Если набираем 30 тысяч лайков, сразу же выходит продолжение. А сейчас мы будем с вами приступать. Погнали! А перед просмотром этого видео я хотел бы тебя познакомить с сайтом SocGress. Если тебе всегда хотелось иметь кучу подписчиков и лайков в соцсетях, то этот сайт станет твоим идеальным помощником. Принцип работы очень прост. Ты ставишь кому-то лайки, и также кто-то ставит их тебе. Все крайне понятно и бесплатно. Зарабатывай или покупай баллы, ставь лайки другим людям и получай их в ответ. Пополняй записы подписчиков и раскручивайся только на сайте SocGress. Ссылочка на него будет в описании. А сейчас мы приступаем к троллингу. Ну что, Евгений? Здравствуйте! Проходите на мой троллинг. Проходите. Эдисон, мне кажется, ты немножко отрубила руки. Нет, все нормально, Жека. Тебе кофточка великовата. Все так должно быть. Это Гуччи, да, это Гуччи? Это Гуччи шмотки, да. У меня яйцо есть, прикинь. Это яйцо тебе 100%. А что это у меня там где-то курица? Давай, заходи! Ты должен знать пароль, Давай, заходи, проходи! Я не хочу туда нажимать, если я нажму, я туда не выберусь, поэтому мне нужно узнать вначале пароль. Хорошо, это тебе подсказочка, Жека. Сегодня у нас 9 июня. Ну как бы, я в жизни, я знаю, какое число, но в троллинге у нас сегодня 9 июня, если что. Ага, то есть 09-06? Нет, что 9 июня будет? А, ну видеожара будет. Ты едешь на видеожару в Украин! В Украин ты едешь на видеожару, понимаешь? Ну, Украина! Вот. Ну. А я что, типа Украина есть какой-то особый... Да. Любить Украину мы не бросим! А, понял, 1-4-8-8. 1-4-8-8! Здоровеньки були, хлопці! Здорово, Здорово, Жека, иди сюда! Ты сюда что сказал? Что я только что сказал? Ты вообще понимаешь, кто я? Ты приехал в Украину, я Игорь, здорово, ты приехал ко мне в гости в Бердянск. Это Бердянск. Игорь так не разговаривает. Игорь вот так разговаривает. Где твоя дубинка? Дубина, палец. Какая палец? Иди сюда! Хохол, ты не хохол, ты мол... Иди сюда, Евгений, смотри, я тебе сейчас покажу. А я, бля, курва, матка, пердоли, ну. Не надо, вот это, смотри, я тебе сейчас покажу, добро пожаловать в Украину. Сейчас не вмерла Украина. И продолжай. Украина, ни слава, ни воля. Щедом, братья, молодим, усмехнется. Доля, воля, не помню, я это учил очень давно. Короче, Жека, я тебе сейчас покажу свой Бердянск, тебе покажу свой Бердянск, повтори за мной, Бердянск, ну повтори. Куда я попал, пожалуйста? Бердянск ты попал, иди сюда, я тебе сейчас покажу, тут бабка Зина, иди сюда.
Это бабки, которые... Я такое не подписывался. Что за дурдом? Ну хорошо, ну. Ты поехал в Бердянск. Ты понимаешь, что приди сюда. Ну, тогда, тогда чё я вообще удивляюсь, ну. Иди сюда, прапор Украины. Щее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 еeееee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 
Вася и бабка Петя, они спрашивают, почему их так зовут, они тут кур выгуливаются. Курвы. Ага, но сейчас я на них тыкать не могу, если ты... Да, они курв своих выгуливают тут, а, поэтому не, да? Не обращаешь внимания. Курвы, ну, понимаешь. Курвы. Куры, куры, куры. Вот. Курвы, курвы. Бердянск! Сейчас, подожди, сниму солнце защищенные очки. Вот. Да, тут... включи день еще, а тут как-то темно. Да я включил день. Там в Бердянске всегда темно. В Бердянске есть, в Питере есть белые ночи, а в Бердянске белые дни есть. Иди сюда. Белые дни. Белые дни. Вот тут мой... Падик. Возле падика мы тут всегда сидим, бухаем ее, вот сидим, бухаем. Это а я, Игорь. Сам. Падик вот тут. Вот. Мы сидим, бухаем, придумаем новые серии для канала. Сидим такие, опа, падут. Оп, ебой. Сейчас запишу. Запишу, что запишу. Запишу, что-то запишу. Что я записываю? Я не знаю, что троллинг запишу. Такой. Записали троллинг. Игорь троллинг не записывает. Щели вмерло. Вот, я сразу на начале ролика сказал то, что я люблю Украину, к сожалению, не могу поехать в Украину, потому что, ну, вот такие у нас дела. Зато я поеду! Я тебе расскажу, как там. Вот, в смысле, я знаю, как там будет, вот так, ты сейчас приехал в Украину, это я из будущего тебе вещаю, что там и как будет. Из будущего? Из будущего. У нас по улице всегда свинюхи, хрюхи ходят, погладь хрюх, надо погладить хрюх, погладь хрюх, везде надо погладить, всех хрюх надо погладить, погладь, всех хрюх надо погладить. Я всех погладил. Всех погладил. Все, не всех ты погладил. Хеллоу, хеллоу. Они все говорят хеллоу. Они что, а что, англичане у них это... Англичане, свиньи в Украине, их гладить не правой кнопкой нужно, а левой кнопкой нужно гладить. А, это, чтобы меня убили. Это же хочу, свиньи, понимаешь? Это свиньи. Они не... Ты не ту свинюху ударил! Это не свиньи, это боровы какие-то. Они меня укопошили. Боровы? Какие боровы? Ну, боров, знаешь, боров. Боров! Иди сюда, иди сюда. Да иди сюда. Какие боровы? Боровы. Боровы. Иди сюда, ща все. Ты боровы. Нет, вылези, иди сюда, садись, ща тебе про... Нет, я Игорь, я тебя прокачу по своему Бердянску. Смотри, на самом деле тут... Ай! Там у нас гопники, да, нет, у Игоря Опель, да. А на самом деле Бердянск очень... Мы задом едем, наваливаем задом. Не, мы передом едем. А, да, сейчас передом, ехали задом. А, Опель на самом деле такая себе машинка, но как-то Бердянск на самом деле красочный. Твою мать, меня выкинуло! Куда тебя выкинул? Ты вообще, ты в стенке где-то, где ты вообще? Подожди, ты видишь, у нас много всяких выбоин на дороге, много выбоин, я ничего не могу поделать. Иди сюда. Садись! Ты в стене! В смысле в стене? Вот смотри, где я! Я на дебах еду, на дебах на Вин Дизель! Вин Дизель! Украинский Вин Дизель! Садись! Ты у меня в стене, я вижу только твой никнейм. В смысле в стене? Я сзади тебя. Вот видишь? Я сзади тебя, вот я бегаю. Ну что ж так это? Приехал в Украину. Садись. В общем, все. Смотри. Как ты разумеешь, Бердянск у нас очень красочный город. Можешь подивитися наліво, смотри. Красочно. Направо можешь посмотреть. Видишь, как все красочно. Очень красиво, очень красивый у нас город Бердянск. Бердянск очень красивый город. Плюс в комментариях, кто живет в Бердянске. Не обращаю внимания, возле падика у нас тут всегда пшеница растет. Держи пшеницу. Ладно, у меня, блин, что? Ладно, окей. У меня просто Опель летает по всей карте, ты понимаешь? Да какой Опель? Я бы тебе как бы заскочил на это. Ладно, иди сюда. Садись. Поехали еще раз по Бердянску. Игорь тебя вообще-то вот так будет катать по Бердянску, он тебе обещал уже. Поехали по Бердянску, слева ты можешь наблюдать в магазин. Справа наша церковь местная. А прямо у нас океан, точнее море. Бердянское море перед нами. Как. Опа! Перепрыгнули через море. Море у нас небольшое, как ты понимаешь. Мы прокатились по Бердянску. Прокатились по Бердянску, в смысле в стенке. Мы катаемся по Бердянску. Да, я в стене катаюсь. Вылезай. Все, ты на спавне. Ты странный Опель, теперь два лаганых Опеля, ты понимаешь? Все, я удалил. А один еще там... Да, неважно, иди сюда. У нас в Бердянске есть много всяких скрытых проходов. Ну. Ой. Вот.
Ты сейчас можешь найти выход из Бердянска, возможно. Не, подожди, стой на месте, стой. Тебе нравится Бердянск? Очень. Тогда иди сюда. Не в ту сторону! Не в ту сторону! В эту сторону. Если тебе нравится Бердянск, значит мы в нем останемся. Иди сюда. Не хочу. Да почему? Ну все. Я так только погостить приехал. А, ну тогда иди дальше в проход секретный. А, ну ладно, давай. Подожди, ну если тебе нравится Бердянск, мы можем остаться. Не, ну мне как бы нравится, но я не хочу остаться. Почему? Ты вообще-то, ты можешь со мной в этом, в доме моем жить. Мама, Лера, я и ты. Не хочешь? Будем с тобой же, Игорь, не в обиду, это все шутка. Понимаешь, ну просто Бердянск. Ты куда? Просто Бердянск. Просто Бердянск. Ты куда? Ты что, ты не понял? Куда? Секретный проход. Какой секрет? Вижу, тут есть какая-то... Секретный проход. Ага, вот. А, вот секретный проход. Бердянск. Понимаешь? В Бердянске много всяких секретных проходов. Да, я иду, тебе нужно найти выход из Бердянска. Ой. Я вышел из Бердянска, ура! Нет, это не выход из Бердянска. Бердянск залагав, нужно все заново. Иди сюда. Давай, 1-4-8-8. Бердянск не все так просто, потому что Бердянск это очень серьезный город. Если, а что тут вообще, что нафига? Да ничего, иди сюда, это просто троллинг, иди сюда, там ничего нет, я просто тебя затроллил. Иди сюда, садись. Там этот, как его? Садись! Беркут стреляет! Нет, ты просто местные гопари, не обращай внимания, это Бердянск, понимаешь, в Бердянске. Еще раз прокатимся по Бердянску, я покажу все его красоты. Справа от нас ты можешь наблюдать школу номер 38. Тут учатся детики. Ты шо? Там ничего нет. Не понравилось кататься с собой. Там ой! Что такое? Садись. Садись, я сейчас уеду из Бердянска, тебя тут все убьют, поэтому ты давай лучше... Ты что ты у меня в стене телепортируешься, я же тебе говорю, не понимаю, куда садиться. Бердянск! Конечно, тут Бердянск аномалия, а тут Gravity Falls, понимаешь? Стрял где-то непонятно. Ну садись. Да куда садиться? Ты понимаешь, что я не вижу ничего вообще. Вопель мой, садись. Я вижу тебя, как ты телепортируешься и все. Садись, вопель. Ты, а что ты в воздухе бегаешь? Я вообще не понимаю, что происходит. Конечно, чё, никто не понимает, что происходит в Бердянске. Иди сюда. Держи. Так. Подожди, палец забери. Палец. Бердянск очень опасный город. Тебе нужно пройти, потому что в Бердянске не все так. Ты выходишь на улицу в Бердянске и устраивается просто как Call of Duty, Battlefield со всех сторон. Тра-та-та, все таки у тебя 10 iPhone, 10-й iPhone. О, ты куда перелетел? Нормально. Ой. Ты не думал, что в Бердянске все так просто? В Бердянске много всего опасного. Ладно, проходи, ты не в ту сторону пошел. Так, хорошо, да я тут не могу. Нельзя так просто выйти на улицу и гулять по Бердянску, понимаешь? Понял. Как ты так перепрыгнул, читер? Читер. А как тут? А, все, ты залагала. Надо тебе обратно. Обратно, Жека, обратно, вот сюда нужно перепрыгнуть. Давай, вот сюда, в этот вход, вот сюда нужно. Вот сюда тут вход, Жека, тут проход, и смотри, тут проход. Вот сюда тебе нужно. Да вот сюда проход, Жека, иди сюда, проход. Ты меня обманываешь. Да не обманываю я тебя. Проход, Жека. Я понял. Ой. Ага, о. О, ай-яй-яй, это смысл, там тут дух был! И что сейчас? О, еще и дождик пошел. А ты сам меня столкнул! Я тебя не сталкивал. Дождик бердянский тебя столкнул. Бердянский дождик. Ты меня столкнул. Я тебя не сталкивал. А еще и кура, да? Давай, открой мне туда проход. Куру с гречей будешь? Нет, я хочу туда. Кура с гречей, очень пусто. Держи. Открой мне проход. Отлично. В Бердянске много аномалий. Бердянск, как я уже сказал. Поэтому, ну, извини, Жек, изи. Общем, да куда мне тогда нужно в итоге, я не понял. А, вот. Самый главный вопрос. Куда тебе нужно в итоге? Прикольно. Тебе нравится Бердянск? Естественно. И может, ты бы дома остался? Не, ну я бы лучше, наверное... Не, ну я... Мне интересно просто посмотреть, но оставаться-то не хочу. Ну тогда пошли. Хотя, я не знаю, ну ты можешь оставаться в Бердянске, ты можешь пойти к себе домой. Давай я домой лучше пойдем. А зачем? Нет, давай. Иди сюда, я тебе куру с гречей дам. Домой, на опель это, Жека, иди сюда. Да какой домой? Троллинг, домой. Да нет там никакого троллинга, Жек. Ты что, дурак? Черт, ты забыл. Иди сюда. Садись в опель. Нет, тут нету этих... Садись в опель, садись. Вот тут должен быть секретный проход. Садись в опель, поехали обратно в Бердянск. Как я тебе сяду в него? В Бердянск поехали. Ну ладно, иди сюда. Или нет, давай лучше в Бердянск поедем. Да ты поставил уже!
Поехали в Бердянск, Жека, зачем тебе вот этот дом твой? Подожди, где ты пошел? О! А! О! Что за фигня? Молодец, правильное решение. Все нормально, да? А, ну это ты просто вернулся домой, к себе домой, вот компьютер твой. Мы-то можем обратно в Бердянск поехать, садись нас на мой Opel, поехали обратно в Бердянск. Тут по-любому что-то должно быть. Нет, ты вернулся, да, это твой дом. Ты понял, что в Бердянске тебе скучно, и ты вернулся домой. Но мы можем поехать обратно в Бердянск, поэтому садись на машину и поехали обратно. Ты не можешь проехать, потому что ты жирный. Это не жирный, это мой опыт. Да, я как бы Игорь, я жирный, как фермент. Давай, выезжай отсюда. Да толкай, толкай эту колымагу. Толкаю. Толкай эту колымагу. Сейчас все будет. Ну что, давай выбор. Остаешься дома или поедем в Бердянск обратно? Я лучше дома останусь, все хватит, и Бердянск. А я поехал в Бердянск. Еще на мэр. Твою мать, подожди. Да что меня не лагает? Сейчас, садись, поехали в Бердянск, Ладно, не хочешь он в Бердянск. На самом деле я бы очень поехал в Бердянск, если меня Игорь пригласил, но просто не могу, потому что если поеду в Бердянск, меня заберут в армию. Вот, поэтому я не хочу в Бердянск ехать. А что, не хочешь в армию? Я не хочу в армию. Бердянск! В общем, мне кажется, что можно уже закончить. Евгений, мы урок вынесли из этой серии. Ну, Бердянск. Зачем Питер? Жека, зачем нам этот Питер, если есть Бердянск? Давай приедем в Бердянск. И будем с Игорем жить. Будем с Игорем в одной квартире жить, все втроем. Как тебе такая идея? Мне такое не нравится. А если вам такое нравится, если вы хотите продолжение, то ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на этот ролик. Если набираем 30 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет продолжение. Прям сразу же. Да. А что еще надо сделать? Нужно подписаться на канал. Естественно, нужно подписаться на канал. Подписывайся на канал прямо сейчас. Также не забывай нажимать на колокольчик. Ребятки, всем спасибо огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока.